Итак, какие же задачи мы ставим, когда мы хотим вылечить человека от рака молочной железы? Ну, конечно, задача — это выживаемость на первом месте, да, но также мы боремся за хороший эстетический результат, за качество жизни больного. Ну, и я последние годы еще подрабатываю администратором здравоохранения, поэтому должен думать и про оптимальное использование ресурсов системы здравоохранения. Мы уже очень давно радуемся результатами исследования NSABP-B04, которое показало возможности выполнения операции меньшего объема, чем мастектомия. Однако все-таки оказывается, что если мы проводим органосохраняющие операции без лучевой терапии, то это приводит к снижению и общей выживаемости, и значительно худшему локальному контролю. Тем не менее, конечно же, лучевая терапия прочно вошла в нашу жизнь, прочно вошла в арсенал органосохраняющих операций. И более того, последние популяционные исследования показывают, что выполнение органосохраняющих операций с лучевой терапией позволяют не только сравнять результаты с мастектомией, но даже и улучшить их за счет многих разных вариантов воздействия. Не буду сегодня на этом останавливаться. Но, к сожалению, любое лечение имеет некие недостатки, и лучевая терапия тоже их не лишена, и занимает время это определенное, и может приводить к неким лучевым повреждениям. И, соответственно, как уже говорилось, идет постоянный поиск вариантов деэскалации этой лучевой терапии, и встают вопросы, можем ли мы уменьшить объем проведенного лечения и кто эти люди, которые могут являться кандидатами на деэскалацию лучевой терапии. И стал тогда вопрос об частичном облучении, поскольку тоже, как уже вот Алексей Георгиевич хорошо сказал, что большинство рецидивов, если и возникают, то возникают в том месте, где изначально была опухоль, и стали придумывать различные варианты частичного облучения молочной железы. Из презентации Оксаны Петровны я узнал, что на самом деле частичное облучение молочной железы началось раньше, чем общее облучение молочной железы, потому что в 1924 году еще аппаратов для облучения всей молочной железы не было, они появились позже. Я думал, что это второй шаг в лучевой терапии, оказывается, был первый. Но, тем не менее, если говорить про различные варианты частичного ускоренного облучения, то его можно применять с помощью контактной лучевой терапии, которая может быть, в свою очередь, внутритканевой и внутриполостной. Можно с помощью дистанционной лучевой терапии, тоже разные энергии при этом могут использоваться. И может использоваться интраоперационная лучевая терапия, про один из вариантов рассказал Алексей Георгиевич. Также могут использоваться и линейные ускорители. Так что же выбрать? Какой из вот всего этого большого арсенала оптимально для той или иной пациентки? У каждого из методов есть преимущества и недостатки. Конечно, прекрасно, когда мы, заканчивая операцию, заодно заканчиваем и второй вариант лечения, а именно адъювантную лучевую терапию. И при этом мы еще очень хорошо видим ложе опухоли, и адъювантное лечение начинается прямо непосредственно еще до зашивания операционной раны. Конечно, это преимущество, но есть определенные недостатки. Да? Мы все-таки не полностью знаем информацию об опухоли, у нас могут быть сложности с планированием или позиционированием этого устройства, да, в зависимости от расположения опухоли в молочной железе, о чем очень хорошо Оксана Петровна сказала. Мы таким образом увеличиваем вибрационное время, иногда существенно, особенно при использовании ускорителей электронов, это может достигать и 40 минут, и час, и даже полутора. У нас не всегда достаточный объем облучения, за что нередко критикуют аппараты с низкоэнергетическим излучением. Кроме того, есть некая дополнительная лучевая нагрузка на персонал. Это дорогостоящее оборудование, которое должно отдельно стоять в операционной, и оно используется не всегда так эффективно, как хотелось бы. Ну и есть определенные требования к помещению, что более важно для интраоперационных ускорителей. Брахитерапия позволяет
прекрасно визуализирует ложе, если интраоперационно мы ставим катетеры, или используем различные техники визуализации, о чем нам профессор Родригес рассказал. Мы также можем начать очень быстро лучевую терапию, прям буквально на следующий день или там в течение нескольких дней после лучевой терапии. И, конечно же, мультикатетерная лучевая терапия позволяет достичь наилучшего дозного распределения, даже если Оксана Петровна будет смотреть на меня укоряющим взглядом. Тем не менее, вставка инородных тел в молочную железу, конечно, повышает риск инфекционных осложнений, увеличивает сроки стационарного лечения, потому что в основном мы говорим по больных ракам, ранним ракам молочной железы, которые на следующий день фактически в другой ситуации могли бы быть выписаны. Неудобно, когда какие-то пластиковые штуки болтаются на груди у женщины. Это незначительно все-таки увеличивает время анестезиологического пособия, необходимое для установки этих интрастатов. Если мы говорим про внутриполосную брахитерапию, то тоже дискутабельна возможность использования во всех случаях в связи с недостаточным объемом облучения. Ну и кроме того, нужны расходные материалы. Катетеры стоят денег, к сожалению. Дистанционная лучевая терапия, да, то, к чему мы все привыкли, это удобный неинвазивный метод лечения, нет жесткой привязки к срокам, да, можем сделать и через неделю после операции, и через 5 недель после операции, в общем, по большому счету ничего не поменяется. Хорошее дозное распределение. Оксана Петровна говорила, что можно даже подумать об использовании такого метода и до операции, но, к сожалению, это приводит к увеличению некой токсичности, к большим ночевым нагрузкам. Могут быть сложности с планированием в связи со смещением клипс и нечетким объемом серома. И, кроме того, мы понимаем, что дистанционно-лучевая терапия – это тот вариант лучевого лечения, который показан почти всем пациентам, которым нужна лучевая терапия. Именно на аппараты для дистанционной лучевой терапии максимальная нагрузка во всем мире. Да, и поэтому, конечно, от этой нагрузки хотелось бы уйти. Что нам говорят международные рекомендации? Говорят о том, что действительно есть определенные возможности, определенные категории пациентов, которым могут проводиться ускоренное фракционирование, ускоренное облучение молочной железы, и при этом рекомендации НСТН говорят, что есть всего два рекомендуемых варианта. Это проведение брахитерапии с используем многокатетерной технологии, когда дается 34 грея за 10 фракций, или дистанционная лучевая терапия, также 10 фракций с общей дозой 38,5 грея. Все это делается два раза в день. Лучевая терапия умещается за неделю фактически, за 5 рабочих дней, то есть достаточно быстрое лечение, удобное в этом плане. Но вот только эти две методики прописаны в NCCN-овских рекомендациях. Рекомендации Сен-Галлен тоже показывают возможность выполнения APBI для пациентов с низкой группой риска, но здесь не оговариваются методики. Критерии отбора, про них уже говорили, они разные общества немножечко по-разному их формулируют, но суть одна и та же. Это в основном пациенты с благоприятным прогнозом, хотя все больше расширяются показания. Если вот в той когорте, про которую рассказывала Оксана Петровна, которые лечились в нашем центре, это в основном больные с опухолью меньше 2 сантиметров, люминальный вариант, то есть ну, идеальные показатели, то сейчас уже и наличие внутрипротокового компонента, и долькового варианта рака, и опухоль, превышающая 2 сантиметра и достигающая 3 сантиметров, и наличие, в смысле, отсутствие рецепторов эстрогена, все это не является противопоказанием для проведения APBI. Что же делать? У меня же доклад назывался «Выбор хирурга», и мне сложно тут за всех хирургов отвечать, за себя и не всегда это получается. Но, тем не менее, как я бы делал? Ну, во-первых, надо всех тщательно обследовать. Да? Мы говорим, что тщательный выбор пациентов, он приводит к хорошим результатам. Поэтому обязательно всем корбиопсия, даже маленьким опухолям, даже если вы не уверены, рак это или нет, это всегда корбиопсия с определением рецепторного статуса, с пониманием наличия или отсутствия лимфоваскулярной инвазии, наличия или отсутствия внутрипротокового компонента. Зная это, вы правильный метод правильный метод APBI можете выбрать для пациента. Потом, конечно же, надо брать биопсию сторожевого лимфоузла, потому что отсутствие поражения лимфоузлов позволяет провести частичное ускоренное облучение. И вот если вы все это сделали, вы точно понимаете, что это хороший кандидат, тогда надо
выбирать метод. Какой метод выбрать? Если у вас есть, во-первых, конечно, надо выбирать тот метод, который вы можете реализовать у себя в клинике. Но нет у вас аппарата для интерпретационной лучевой терапии. Вот у нас нет, я мечтать могу о нем, но делать никак не получается. Если все-таки есть, да, или вы там хотите, есть возможность приобрести все, что хочется, то все-таки, если мы говорим про интерпретационную лучевую терапию, то электронный предпочтительно. На сегодняшний день мы пока не имеем отдаленных результатов исследования Target. Как бы не прекрасно выглядели короткие результаты, результаты отдаленно иногда могут отличаться. Физика – вещь достаточно простая, тяжело против нее спорить. По идее, с электронами должно быть лучше. Если мы говорим про брахитерапию, то это самый изученный, о чем профессор Родригес сказал, самый исследованный, самый понятный вариант проведения APBI. И мультикатетерная методика подходит практически всем пациентам. Сложно представить себе тот вариант, когда это сделать невозможно. Наверное, только очень близкое расположение опухоли, близкое к коже, да, что приведет к тому, что будет стоять катетер прямо под кожей. Ну и то тут можно находить вариант. Внутрипросветная, не зарегистрированные аппликаторы, ни один из них в России. Мамасайт зарегистрирован только в Соединенных Штатах, не зарегистрирован в Европе. Методика, подходящая, скорее всего, тем пациентам, которым вообще можно не проводить лучевую терапию. И дистанционная лучевая терапия. Все-таки, несмотря на неплохие результаты наши с комфортной лучевой терапией и более дешевый этот вариант, тем не менее, все-таки АМРТ предпочтительна. Она обладает меньшим числом побочных эффектов, несмотря на, конечно, значительно большую трудозатратность и большую стоимость. Что касается протонов, то пока опыт небольшой в нашей стране, во всем мире тоже, в общем, не колоссальный, поэтому может, на мой взгляд, обсуждаться только как вариант. Ну и в помощь последней рекомендации Американского общества по брахитерапии, где в табличке сформулированы плюсы и минусы каждого из этих вариантов и уровни доказательности. Поэтому те, кто хотят начинать делать это завтра, дистанционная лучевая терапия АМРТ и мультикатетерная методика может использоваться прямо сейчас. Все остальные либо с осторожностью, либо в рамках клинических исследований. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо огромное, Александр Валерьевич.